Юрий Лоза родом из Екатеринбурга. Он родился на свет 1 февраля 1954 года в простой семье, а потому никто и не догадывался, что в будущем ему суждено стать известным музыкантом. Отец занимал должность инженера-конструктора, на предприятии мать работала бухгалтером. В последующем семья переехала жить в Верхний Тагил, а после в Алмату. В 7-летнем возрасте он стал интересоваться музыкой. Через 6 лет научился самостоятельно играть на гитаре. Его стали приглашать принимать участие в концертах вместе с ансамблем «Ремстройтехника». Юрий отлично помнит, как вошел в школьный хор. Во время своего первого выступления на сцене он настолько переживал, что упал в обморок. В 1983 году Лоза стал реализоваться как профессиональный гитарист. Он хотел поступить в ГИТИС, но не смог сдать экзамены успешно. Лишь в 2003 году он получил диплом ГМЭСИ. Что касается его личной жизни, Юрий Лоза женат на Светлане Мережковской. В прошлом она также пела и смогла выпустить несколько альбомов авторской песни. Она стала лауреатом на конкурсе артистов эстрады всесоюзного масштаба. Ныне она прикладывает усилия, чтобы реализовать свой талант поэтессы. Очень часто она выступает основным критиком в творчестве композиции супруга. В 1986 году Светлана и Юрий стали родителями. У них появился на свет наследник Олег. Он перенял талант своей родни. Он получил образование в колледже имени Гнесиных, а также окончил столичную государственную консерваторию имени Чайковского. Он был участником шоу «Успех» на СТС. Ныне активно выступает в качестве оперного певца, чем очень гордится Юрий Лоза. Юрий Лоза отлично играет в шахматы. Он признается, что играет в них каждый день. У него открыто в сети интернет по 15 партий, но не больше. Ему нравится использовать специальную программу, в которой можно сразиться с людьми с разных уголков земного шара.